Судоверф Пелла должна вернуть 500 000 000 рублей за ледокол, который она не построила. 9-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции по иску Росморпорта. Ранее арбитраж Москвы удовлетворил иск Росморпорта и взыскал с Пеллы 521 миллион 600 тысяч рублей неосновательного обогащения, а также 11,5 миллионов рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. Поводом для спора стал госконтракт от сентября 2019 года на строительство дизельного ледокола стоимостью 7,5 миллиардов рублей, который планировалось передать заказчику в сентябре 2024 года. Его строительство велось через субподряд на верфи Пеллы, расположенной в Германии, однако было заморожено в середине 2021 года в результате санкционных ограничений. Затем субподрядная верфь погрузилась в банкротство, а контракт расторгли. Больше новостей в нашем телеграм-канале «Новости промышленности».